Вот такой народ у нас град. 46 миллиметров. Вот такой народ кусочек. Ну, он уже минут 15 лежит, поэтому подтаял. Ну, не в половину, но на четверть, а то и на треть подтаял. Был он явно больше. Видите, тает в руках прям. Какой град у нас валит. Я в шоке. Побьет все, короче. Просто жесть. Картошка, я думаю, может выстоит, но навряд ли. Смотрите, какой град. Как хорошая черешня. Такой кусок, если по голове даст, то будет очень больно. Вот смотрите, какой шарик лежит. Вот. Такой, как небольшая слива. Вот такой народ у нас град. Представляете, да, если вот эта штука кому-то даст в лобешник. Давайте мы его штангелечком померяем. Ну, это он уже подтаял. 28 миллиметров.
Вот такой народ у нас град. Был он явно побольше, потому как, ну видите, тает все на глазах сразу. Вовремя мы Илюху в дом, вот только жена в дом зашла и началась. Тун-тун-тун-тун. Да, для машины это было бы больно. Я же вышел, буквально 2 минуты, как я заехал, ребенка только в дом занесли, на. Барабанит, я вам говорю. Ну что, выжило что-то тут, не? Ну, сразу и не поймешь. Помидоры вроде как целые. Хотя, ну, после такого, что там будет целым? Что там может остаться целым, народ? Завтра будут уже видны результаты. Что упадет, а что останется. Ну, навряд ли что-то в огороде останется. Мне так кажется. А куски, видите, большие еще падают и падают. Не так интенсивно, конечно, но... Но падают. Вот смотрите, куски какие огромные. Вот тут где-то тоже кусочек, он лежит такой, около 30 миллиметров. Ух ты, уйду-ка я лучше, а то так бахнуло рядом. Короче, народ, вот так. Вот там вот, смотрите, лежит. Не успевает даже растаять это все. Одинокие такие, бум-бум, большие падают. Слышите, да? Да? Вот если такое где-то в поле, вот такой кусок, только что такое, знаете, вот такой вот. Прям улетел. Ух ты! Такой, если попадет по голове, то все. Прям вот такой кусок хороший, такой бум, и от крыши отлетел. Вот, вот смотрите, какой кусок упал. Смотрите, это он раскололся. Вот он, кусок откололся. Тоже только что кусок. Кусок откололся. Ужас просто. Давайте вот этот кусочек померим. Жесть, просто жесть. Ай, руйди. Ну-ка, мы сейчас все отключим. Так, ну вот, смотрите сами, почти 40 миллиметров. Ого, вот это, ого, ого. А Ир, ко мне быстро, быстро ко мне, зайди сюда, зайди, зайди, зайди быстро. Ох, народ, смотрите, что творится. Походу, это только начало было. Ох, 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 ох. Смотрите, смотрите, что творится. Ух ты, жесть. Как метеоритный дождь какой-то. Вот на крыше хорошо видны. Как падают куски. Ух ты, жесть. Просто не будет. Короче, жесть.
Ну, смотрите, какой кусочек. Вот сейчас я реально за ним даже не рискую выходить, потому что, ну, представьте, вот такая ерунда, если даст, то можно и лечь. Сиди дома. Спрятался, да? Молодец. Да, народ, я вам скажу, можно было в этом году огород не сажать. Да, походу это только разминка была. Сейчас что-то начнется более интересное. Ух ты! Хотел взять вот эту штуку, и как раз она бахнула над головой. Вот такой народ у нас град. Давайте мы ее померим. Сорок шесть миллиметров. Ну, чтобы вы понимали, штанги в нулях. Вот так. Да уж. Ну что интересно, что град обычно на минуту, ну две, ну вот сколько я живу, 42 года, то обычно град минуту, две, три максимум, и все резко, спустился, упал и все, а здесь видите, барабанит. Гатит. Похоже, это была только разминка. Сантиметра 4 кусок. Похоже, что я был прав насчет разминки. Спускается. Да.
И вот такой народ кусочек. Ну, он уже минут 15 лежит, поэтому подтаял он. Ну, не в половину, но на четверть, а то и на треть подтаял. Был он явно больше. Видите, тает в руках прям. Да. Вот такое у нас в этом году лето. Ну, я надеюсь, что это все. Вот такая вот народ погода. А кто-то ведь не успел спрятаться. И получил немножечко заряд бодрости. Вот так вот народ выглядит. Град. Это не самый большой кусок. Я думаю, что лобовое стекло в машине такая штука не разобьет. Ну а машин, я думаю, в городе попортило очень много. По помидорам сегодня ничего не скажем. Завтра будет видно, послезавтра. Вот по этому всему, когда оно желтое упадет, все. Огурцы, видите, уже легли. Ну, я думаю, по винограду сейчас должно быть видно сразу. Что за штука? Вот этой штуки, кстати, здесь не было. Это прилетело, народ, с градом. У нас такого нету. Какая-то от какой-то ролюшки, что ли, крышка. А вот здесь вот, видите, видны следы. По-украински, как-то кажуть, буревію. Вот тут хорошо побило виноград. Потрепало его. Вообще листья разорваны, порваны. Короче, в этом году с виноградом тоже беда будет, смотрите. Побило конкретно. Яблок нападало, смотрите, сколько. Просто ужас. Да. В общем, вот так вот. Ну, в этом году народ во многих областях такое чудо было. Но это... Оно, в принципе, так и должно быть. В последние дни живем. Читайте Библию. Ну, а на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы. Пока-пока. Увидимся.